Мангыстау чествовали полицейских. Блюстителям закона вручили награды и порадовали памятными подарками. Минуты молчания почтили память тех, кто погиб при исполнении своих служебных обязанностей. Семьям 23 погибших при исполнении сотрудников вручили медали за отвагу и мужество и денежные компенсации. Чуть позже уже сами полицейские показали свои творческие способности. К слову, мангыстауская полиция за последние годы пополнилась достойным вооружением. Людям этой профессии помогают решать проблемы и с жильем. За последних 5 месяцев можно подвести хорошие итоги. Наша материально-техническая база значительно пополнилась. За 2 года выдали 217 автомобилей и 160 квартир. Все это положительно сказалось на работе наших сотрудников.